Привет, друзья! Приветствую! Решила сегодня подняться на колесо обозрения для вас. Привет! Hello, 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 everybody! So today we're gonna go to this beautiful Yokohama Ferris wheel. Привет, друзья! Приветствую! Спасибо, что присоединились к моей трансляции. Привет, Саша! Приветик, приветик, приветик! Сегодня я отработала, настроение потрясающее, решила подняться наконец-то на колесо обозрения, поскольку очень часто меня спрашивают об этом, о такой трансляции. Здесь вообще это парк аттракционов, парк развлечений, всевозможные всякие автоматы. Привет, привет всем еще раз, привет, Владимир, привет всем. Hello, Гура-сан, Мама. Всевозможные аттракционы, развлечения, кино. Аригато гозаимашта. Айте уришката дес. Мата ките кудасай не. Вот. Так что надеюсь, что сегодня будет веселая, интересная прогулка. Привет, Питер. Да, сегодня у нас потеплело где-то 12 градусов днем было. Конничева. Hello. Привет, Вова, еще раз. Всем привет. Вот. Сегодня, поскольку пятница, все-таки еще не выходной, Мата, ките кудасай. Ей. Поскольку еще не выходной день, то, в принципе, народу, я думаю, будет не так много, как в выходные дни. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо! Ей. По-японски говорю хорошо. У меня iPhone 6, на него насажена линза, которую я вчера показывала в трансляции, называется Olaclip. Она делает рыбий глаз, так называемый. Вот, давайте поднимемся и купим билеты в первую очередь. Привет, Давид, приветствую, как ваши дела? Спонсор сегодняшней трансляции Саша из Пятигорска, благодарю. Благодаря его подарку на 8 марта я сейчас куплю билетик на колесо обозрения. Супер! Игровые автоматы в Японии выглядят, сейчас я вам покажу, как. Вот такие всякие автоматы. Привет, Туриска, привет, Туриска. Сумочка, это у меня ланч, для ланча я ношу с собой. Супер Марио, привет, Нижневартов, приветствую. Билет на колесо обозрения стоит как раз таки где-то... Сейчас узнаем, короче, я точно не помню, но, по-моему, чуть больше $10 или $15, где-то так. Курточка, как вы можете заметить, такая парка. Я вчера затарилась, в общем, пошла выпить чая и неожиданно оказалась в магазинах. И, в общем, накупила себе несколько вещей, чему я очень рада. Так, где у нас покупают билеты? Ferris wheel entrance here. Так, а, вот, вижу. Спасибо за поздравления, спасибо, ребята, еще раз. Спасибо за сердечки. Надеюсь, сегодня будет очень интересная трансляция. И смотрите, здесь есть два типа кабинок. Сейчас я вам разверну камеру. Нет, я, может, вот так покажу. Есть два типа кабинок. Одна обычная и другая с прозрачным полом. На какой мне ехать? Конечно же, вы скажете, с прозрачным полом. Полностью прозрачная. Так. Сумасе, а это кучира нова? Доку не икимасу? Так что сейчас пойдем покупать билеты с прозрачным, ребят, я ж боюсь, как же я буду, без пола нету, слава богу. Горка сейчас покажу. Чисто желтые сердечки, забавно. Спасибо, ребята, за поддержку.
билет. А, билет стоит, кстати, дешевле, чем я думала. Это, надо, метр уху. А, метр, а, сисрой, да, сне. Ай, 1人 分でいいですか? Ай, わかりました. 今, 見えてるのが30分ぐらい並びます。はい。800円です。はい。Стоит 800 йен. Довольно страшно. はい、行ってらっしゃい。反対側は乗り場なので、ぐるっと反対側回ってください。はい、ありがとうございます。Ребята, в общем, сейчас. Вот у меня билетик. Это Кочерова. Кого? Хай, これ, митеру хо. Ми, Сисру гокара, ですね. Нориба 反対側にあります ので. 反対って どうやって? あちら側からぐるっと回って、反対側まで。あ、わかりました。ありがとうございます。Так, ребята. Билет. На самом деле я взяла билетик, и мне очень страшно. Но сказали ждать, короче, минут 20 надо, потому что она всего одна на всем колесе обозрения. И как бы она делает круг, освобождается, и тогда уже я иду. А передо мной еще, видите, народ тоже есть. Поэтому будем с вами болтать, пока ждать. И как только сядем, надеюсь, что уже стемнеет, и вообще будет очень красиво. Она не закрыта, она полностью... Ну вот она, сейчас я вам покажу ее. Вот она, видите, прозрачненькая. Она как бы... Коничива, Кейзо-сан. Имане. Канраши не норимас. Корекара. Привет, Алина, приветствую. Довольно-таки очередь. Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре. Четыре передо мной пары. Штори дес. Я. Штори джана, мина то еще дес. Это... Надо подождать полного... вот она приехала. Вот она сзади. Вот. В общем, надо подождать четыре круга колеса. И тогда мы с вами поедем. Надеюсь, что вы подождете со мной, пока поболтаем. И надеюсь, что землетрясение не случится, иначе у меня все... Да, дождались в честь золотого, так сказать, золотой победы, золотого статуса VIP. Я с вами решила прокатиться на колесе обозрения, поскольку давно спрашивали уже эту трансляцию. Вот, сумочка эта у меня, кто спрашивал, в ней я ношу свой ланч на обед, контейнеры, здоровое питание и все такое. А прозрачная кабинка, она одна, поэтому, ребят, вот так вот. Прозрачная кабинка, она одна на колесо. Обычные кабинки, они вот такие, закрыты и как бы пол нормальный. Вот, так что, чтобы было интереснее, мы взяли кабинку с прозрачным полом. Вот. 5 миллионов я тоже жду, давайте подождем вместе. Да, землетрясения бывают частенько. Вот. Сегодня, кстати, народу не так много. В выходные здесь ждать около часа, двух в очереди, поэтому сегодня нам с вами повезло. Вот. Вообще страшно, но в принципе я же с вами, поэтому да, fish eye. Fish eye. Да, я здесь живу 16 лет. Yes, fish eye, this, не? Кёт скатты маз. Кёва, ёку ми, мина, ёку миру там они. Fish eye скатты маз. Ребята, спрашивайте что-нибудь про Японию, давайте пока поговорим. Вообще-то у меня уже все свои. Шнур – это подзарядка, поскольку я после работы. Вот аккумулятор для телефона. Видите, сколько девайсов приходится с собой носить, чтобы перископить. Привет, Лёшка, привет! Поздравляю тебя с серебром! Ой, кажется, я запуталась. Да, я надела на телефон линзу Ribby Glass. Спасибо за поздравление. Это Fish Eye, линза называется Fish Eye. Индонезию посмотрим, может быть. Саке на любителя.
как бормотух какая-то. Город Йокохама. Да на, Саша, за меня рекламируй, я не могу, я стесняюсь. Да. Конничева, да, правильно, молодец, выучил. iPhone 7 у нас стоит вместе с контрактом двухлетним, поэтому конкретную сумму я вам сказать не смогу. В малазийской части все подбираешься ближе и ближе. Круто! А мы стоим вот в очереди, ждем посадку на прозрачную кабинку, поскольку она одна на все колесо обозрения, с прозрачным полом, с полностью прозрачными стенами, то мы будем ждать, я думаю, что где-то минут 20, потому что передо мной еще люди, и 4 полных круга надо будет подождать. В общем, вы со мной, так что ребята сами мне сказали идти на прозрачную, а не на обычную. Диаметр колеса. Сложный вопрос. Вообще, высота где-то... Я не знаю, кстати, надо спросить. Сейчас я спрошу. Давайте спросим вот у этой женщины. Так. Все заняты. Все заняты. У кого же мне спросить? У кого же мне спросить-то... Вот опять поехала горка. Yes, we are going up. Just for we waiting this one. This one. Not this, you know. But this one you can see clearly everywhere. Вас спросить. Высота колеса в городе Йокогама. Давайте спрошу. Горка промчалась. Все визжат и пищат. 300 метров? Не, я думаю, что меньше. Сейчас узнаем. А сима се? Коко но така са ты на деска? Покажи они и тенго метры. О, аригато оземас. Ребята, я выяснила высоту. 112 метров высота этого колеса, значит диаметр получается 56 метров диаметр. Или это радиус? Я, короче, не помню термины, но в общем вы поняли. 112,5, да. Все, мы уже скоро, ребята, смотрите. Вот они, потом я. И мы с вами, потом следующие мамочки. Видимо, я ошиблась. Значит, таких кабинки всего две на все колесо прозрачных. Одна в одной стороне и другая в другой стороне. Сейчас у нас около 5 вечера. Ну, немножко есть, немножко есть. Но вы мне придаете сил своими сердечками. А вообще там страшновато, потому что, ну, прозрачный пол, все прозрачное, поэтому... Да, надевайте памперсы, берите, запасайтесь чипсами, печеньками, сейчас будет очень интересная трансляция. А в Инстаграм отвечаю практически всем, стараюсь. Экстремалка, да. Билет стоит 800 йен, даже дешевле, чем я думала, в два раза, на самом деле. Я забыла, если честно, сколько. 800 йен — это где-то 8 долларов. Так что... Или 100 грамм, да. В масках японцы ходят, потому что сейчас сезон аллергии. Зимой еще ходят, чтобы не заразиться гриппом. У них как бы такое профилактическая мера. Ну и еще ходят, потому что воздух сухой очень зимой. Два раза дороже. Ну вот видишь, здесь как бы нормально еще. 800... 8 долларов, вернее. Lay on the floor, no way. Ксюша, привет, привет, Яночка. Сегодня у нас тепло. Сегодня было днем 13 градусов, так что я счастлива. Переоделась в легкую курточку, вчера купила. Кстати, ребят, зацените, как вам. Там сзади еще надо показать вам, там надписи какие-то. В общем, прикольная куртка, парка. Я давно такую хотела. Я здесь живу 16 лет, ребята. А сегодня специально по вашим заявкам мы едем кататься на колесе обозрения. Сакура будет свести через 2-3 недели, и полностью мои трансляции погрузятся в Сакуру. Отовсюду буду снимать из всех парков. На ключ не знаю, закрывается она или нет. Вот. Я только, да, я одна буду. Вроде. А может, да, я буду одна. Почему переехали? Потому что здесь у мужа работа. Бешеный чат, бешеный, скорость бешеная. Видите, как я быстро успеваю. Сакура кушать? Нет, не кушаю. Почему? Я жду очередь. Hello, California. Hello, Dana. Dana Point. Where is it? Страшно? Нет, не страшно. Я с вами, так что мне не страшно.
Ждите трансляции, пожалуйста, и подписывайтесь, кто еще не подписан. Потому что скоро начнется, ребята, скоро я буду бомбить с Сакурой перископы. А, чекерпус, да? Hi. Вот наш номер будет 20-й, ребята. Надеюсь, что это счастливый номер. Так, ну что, все, я жду, ребята, скоро-скоро. 150 человек со мной, не бросайте меня. Сегодня очень много золотых сердечек, желтеньких, так здорово. Вот будем смотреть, как подъезжает кабинка. Но мы в эту не пойдем, потому что у нее непрозрачный пол. А мы ждем полностью прозрачную. Держись, я боюсь. Надеюсь, что все будет очень клево. Спасибо, что вы со мной, ребята. Если честно, я хочу быстрее сесть, потому что я сегодня весь день отработала на ногах. Я сегодня была в ресторане одна. Босс был на кухне, я была в зале. В общем, набегалась, дай бог, как говорится. Нет, я езжу здесь не первый раз, но, в принципе, транслирую я где-то второй раз отсюда. Работаю я официанткой в американском ресторане, в американской бургерной. Так, моего пока нет, жду 20 номер. А, вот номер 10, еще 10 кабинок, ура! На других аттракционах, ну, каталась давно, но не перископила. Привет, 150 человек, вау, круто! Прозрачную, по-моему, на 100 йен, это 1 доллар, на 1 доллар дороже билет, и очередь вроде как дольше. Но это стоит того, ребят, поэтому вы все выбрали прозрачную кабинку, я надеюсь, что я там не обделаюсь. Привет, ребята, еще раз, мы ждем прозрачную кабинку, чтобы сесть и покатиться на колесе обозрения, сделать круг. Муж работает в IT, он программист, занимается большими данными, не знаю, что это значит, но в общем, что-то такое, я буду одна. Я буду одна с вами, ребята. Кабинка вся полностью наша. Это очень круто. Оборзение, да. Язык разговорный легко дался, да. За 3 месяца я уже шпрехала по-японски, так сказать. Языков знаю 3,5. Испанский совсем чуть-чуть. Привет, старый оскол. Муж русский. Базы данных, да. Мы приехали из России. 170 человек поместится. Ребята, давайте, кто еще успевает? Еще 5 кабинок, вот это 15 номер, как видите. И еще 5 кабинок будет наша, залезайте все. Всех приглашаю со мной прокатиться в городе Йокогама, это Япония. Вы со мной, ребята? Нет, детей пока нет. Высота 112 метров с половиной. Так что я думаю, что мама Мия, зачем я на это подписалась? Прозрачных здесь или 2, или 3, я так и не поняла, но, в общем, их ждать дольше, чем обычных. А вот, собственно, и она уже. Мамочки! Про возраст я не отвечаю. Почему переехали мы, что у мужа была работа. Так. Стоимость человека 8 долларов. Ребята, давайте, держитесь со мной. Прозрачная, потому что это интереснее, у нее пол прозрачный и намного страшнее. Если вдруг я упаду в обморок, я оставлю телефон так, чтобы вам было хоть что-то видно за окном. Oh, really? You was here last week, and I'm here. Oh, this is mine. Yeah, ребята, вот она наша кабинка. Надеюсь, сейчас там люди в шоке выходят. Так, ребята, давайте помещаем. Мама Мия, посмотрите, полы! Полы прозрачные, стены прозрачные, все прозрачное, ребята, поехали! Мама Мия, куда лучше сесть, чтобы меня не трясло? Главное дышать. Вообще весело. И здесь, по-моему, сейчас будет еще анонсироваться то, что мы проезжаем, что мы видим. Посмотрите направо, посмотрите налево. Вроде бы из колонки откуда-то будет идти звук. Ура, 5 миллионов, ребята, отмечаем! Я так ору, но слава богу, что вокруг никого нет, так что нормально, ребят. Обалдеть, как страшно.
Ну нет, пока не страшно. Смотрите, мы еще даже не поднялись вообще. Вот сзади Landmark Tower. Здесь... Так, пока ничего не видно. Пока мы только начинаем подниматься. Как лучше вам, камеру перевернуть на меня или... Или будете смотреть вместе со мной? Привет! Не бойтесь, я с вами, а вы со мной. 190 человек! Ей! 5 миллионов! Ей! Отмечаем, ребята, прозрачная кабинка полностью. Мама мия! Не бойтесь, а то мне тоже становится страшно. Лучше поддерживайте меня вашими сердечками, ребята. Ребята, привет! Привет, Юра! Как дела? Так, вокруг сейчас я буду... Давайте будем буду снимать город. Вот это знаменитый Йокогами Landmark Tower. 200 человек в одной кабинке, да, довольно тесновато, но ничего. Так вот внизу выглядит парк. Спасибо, ребята. Вот пол. Там люди ходят. Так, вот это вот сама, собственно, подсветка. О, мамочки, мне уже страшно становится. Посмотрите, как красиво. Надеюсь, что я не грохнусь в обморок. Мама мия. Не пишите, не видно, не пишите, ребята, нифига не видно, реально. Давайте я буду показывать вот так вот. Вот видите, там красивая, как бы, залив сделан в виде речки. Это вот горка. Страшно, страшно. Закрыть чат, а я могу это прямо сейчас сделать? Давайте закрою на некоторое время. Скрыть чат. О, ребята, давайте пока так. Через какое-то время вы будете опять писать, а пока давайте просто посмотрим. Надеюсь, что вы не против. В любом случае, ответить вы уже не сможете. И вот видно вдали, вы видите, мост, Bay Bridge, сейчас настроим немножко четкость. Вдали виднеется мост Bay Bridge, Йокогама. Вот такая красота, американские горки. Что вам еще показать? Залив, Токийский залив. Здесь везде вода, в Йокогаме, видите, все практически омывается водой. Очень все по-умному сделано, очень красиво. Вот такая вот панорама открывается, потрясающая. Мамочки. Нет, я лучше открою чат, потому что мне без вас скучно и страшно. Ребят, мне без вас страшно, я не могу так. Давайте лучше вместе. Мама мия. Обалдеть. Вставать я даже не решусь, я пока сижу. Да, без вас страшновато, ребят, поэтому давайте лучше вы со мной. Так, сейчас я подвинусь к краю, засниму вам. Нет, все-таки так не видно. А, каждый по желанию может скрыть чат. Ну вот, отлично, ребят, так что скрывайте, если не хотите, если хотите полностью видеть. Если остановится, не прислоняться, видите? Дверь не открывать. Боже мой, как страшно, кошмар. Мама мия. Да вы что, с ума сошли? У меня даже от мысли... Ребят, мы скоро уже будем на самой высоте. Это город Йокогама, Япония. Спасибо, что присоединились ко мне. Вот такая красота открывается нашему взору. Мамочки, у меня руки вспотели. Ребята, это реально страшно. Это реально страшно. Я не думала, что будет так страшно додержаться. Мамочки! Мне нужно сесть на другую сторону. Сейчас я это проверну. Мама! Господи, где тут поручни? Как у меня глаза еще больше стали, да? Close your eyes now. We already on the top. Right there. Все, у меня руки просто сырые, такие, что хоть выжимай. Смотрите, какая красота. Ребята, спасибо за сердечки, за просмотры и 5 миллионов. Спасибо вам, ребята.
Специально для вас я эту трансляцию сегодня задумала. Настроение хорошее, все очень красиво, классно, так что надеюсь, что вам нравится. Давайте еще вот сюда подвинемся и посмотрим, что с этой стороны. А с этой стороны у нас залив и, собственно, портовая часть города Йокогамы. You here, okay? I'm worried. О, мы на самом почти что верху. Мамочки. Yeah, thank you very much. I'm trying my best for Periscope and for you guys. Ребята, вот мы подъезжаем практически к самому верху, видите? Следующими мы будем на самом верху. Мамочки! Помогите, спасите! Срочно фотографируйте, смотрите, как красиво. Присылайте скриншоты в Твиттер, делитесь трансляцией. Пожалуйста, делайте это. Я вас умоляю. Да, представляю, что чувствует квадрокоптер. Адреналин зашкаливает. Мы на самом верху. Е-ей! Ребята, вот выше нас только вот эта оранжевая кабинка. И сейчас мы будем на самом верху. Ребята, это потрясающе. Это потрясающе. Прозрачный пол. Офигеть. 112 метров высота, ребят. Я не знаю, с какого этажного здания, но, в общем, мне безумно страшно. И вот мы наверху. Ура! Ура! Отмечаем! Мы на самом верху! Ребята, круто! Самый верх! Мы на верхотуре! Мама, он что, встал? Да не, я шучу. Вот, видите, самый эпицентр, мы были прямо анфас, так сказать. Сколько это этажей, посчитайте, 112 метров, хрен его знает, это очень много этажей, и это очень страшно. Подвигайтесь ко мне ближе, посмотрим, какая красота здесь. Ребята, we are on the top, on the world, yeah. Я не могу сделать пис, потому что мне страшно отпустить руки. Обалдеть, это город Йокогама, Япония. Я боюсь вставать, нет, только не это, я одна. Кабинка стеклянная, колесо обрезания. О, мамочки. This is Yokohama Ferris Wheel. Yokohama is very near from Tokyo. It's only 30 kilometers from Tokyo. It's very beautiful city. Закрой глаза и вставай. Я не думаю, что это хорошая идея. Вдруг я потеряю баланс и упаду. Языков я знаю уже нисколько. Я, по-моему, забыла все языки, которые знала. Нажмите на многоточие, и там есть скрыть чат. Если кто-то хочет насладиться видом потрясающим без меня, то есть, вернее, без чата, то прошу вас, делайте. Вот Интерконтиненталь отель. Помните, который мы вчера с вами гуляли в виде паруса? Вот так вот здесь красиво. Ребяточки, мамочки. Мне страшно, но я не показываю виду. И всем советую в жизни никогда не показывать виду, что вам страшно. Я встала, ребята. Мне совсем не страшно. Мамочки. Так, давайте... Смотрите, как красиво. Это тоже парк развлечений. Он переходит плавно вот в эту сторону. Вот такая открывается красота. Мы с вами, вы со мной. Корейский я не знаю. Я знаю японский, английский, русский, немножко испанского. О, потрясающе красиво. Ребят, надеюсь, что вам нравится. Саша, я, конечно, понимаю, что благодаря вам я здесь оказалась, но не до такой же степени, чтобы я еще раскачивала кабинку. Это уже слишком. Смотрите, какая красивая подсветка. Всегда мы смотрим с вами на подсветку колеса обозрения снаружи. А сейчас смотрите изнутри, насколько красиво всеми цветами она переливается. Вот. Подсветка колеса обозрения. Всегда я снимаю в каждой своей трансляции, потому что колесо обозрения в Йокогаме видно отовсюду. И сейчас мы с вами уже прямо из глубины, можно сказать, это все видим. Вот такая вот красота, мамочки.
Главное ничего не уронить. Вот там есть горки, видите, классно. Так, вот, четкости добавила. Нет такого японского. Спасибо, ребята. Да, у нас стемнело, потому что сейчас уже, собственно, как раз закатное время. Я выбрала как раз классное время, классный период, потому что, в общем, потому что это очень классный переход от дня в ночь, и все загорается, все огни загораются. Смотрите, кораблик под нами проплывает. Красивый подсвеченный кораблик. Это бывает или просто катер, или какой-то прогулочный. Бывают кораблики-ресторанчики очень красивые. На заднем фоне плане очень-очень тихо что-то вещали. Так, мы сейчас с вами можем посмотреть, как с горки люди сигают. Ребята, так что да, если вам нравятся мои трансляции, а я стараюсь специально для вас, для Перископа, больше не для кого мне стараться, то, пожалуйста, проходите по ссылке в моем профиле, она называется «Донат», и вы можете отблагодарить меня за мои трансляции, а также сами выбрать место, куда мне поехать или пойти, где есть входной билет, какие-то интересные места, и я буду посещать их, чтобы доставлять вам удовольствие и делиться красотой. Проходите по ссылкам в моем профиле. Первая ссылка – это Инстаграм. Подписывайтесь, пишите мне сообщения в Инстаграме, я стараюсь отвечать на все. А также присоединяйтесь ко мне на сайте Patreon. Это сайт для доната, там все подробно расписано и описано. Ура! Спасибо, ребята, за то, что вы со мной. Надеюсь, что вам нравится эта трансляция. Если честно, я вся взмокла. Да, внизу, да, крики есть такое. Вот, кстати, мы сейчас как раз над горкой. Надеюсь, что где-нибудь... Горка, кстати, очень интересная. Вот посмотрите, она углубляется в такое отверстие, и где, как бы происходит эффект брызгов. Thank you very much for coming again. Thank you. It's beautiful, Yokohama, and we are inside Ferris wheel. Вот. So we already finish. Вот, кстати, горка совсем близко, но, к сожалению, прямо сейчас на ней нету никого, жалко. Окей. Да, там типа в воду падаешь, на самом деле это только эффект такой, потому что на самом деле, ну, брызги только летят. Yeah. Thank you, St. Patrick's Day today, yeah, that's right. После заката уже быстро темнеет. Ну вот, наша экскурсия подходит к концу, мы практически уже приземлились на землю. Наконец-то у меня отошло. Еще раз снимаю, что здесь был полностью прозрачный пол. И это придавало острых ощущений, мне лично придавало, не знаю, как вам. А с горки трансляции не будет, я не... Кто-то смеется, а это вот девчонки. Какие классные, вы видите, девчонки японские. Очень классно, прикольно. Они очень дружелюбные, особенно когда они вместе, им вот очень весело. Фу, ребята, в общем, я надеюсь, что вам понравилось это остросюжетный репортаж с Аллой Михеевой, но с Ксюшей из Перископа, из Японии. И сейчас мы с вами выйдем, нас наконец-то освободят и откроют. Ура! Аригато гозаимасу! Все, наконец-то, ребята, мы на свободе! Спасибо вам всем, что были со мной, мне было не так страшно. Надеюсь, что... Ой, если честно, у меня такие ноги ватные. Ей! Репортаж удался, надеюсь, что вам понравилось. Мне лично очень понравилось. Я давно хотела сделать эту трансляцию, меня многие спрашивали. Вот, спасибо, ребят, за сердечки, спасибо, респект, что вы выдержали все это со мной. Кошмар. В общем, вот такая вот веселуха здесь сегодня.
Посмотрите, какие цвета потрясающие, вечерние, очень-очень классно. Сейчас я спущусь вниз, чтобы снять полностью колесо. Отсюда его плохо видно, естественно, поскольку я прямо под ним нахожусь. У-у-у, ребятки, это было круто! Спасибо, Саша, тебе, спонсор моего показа сегодня, Ariatel Zaimas. Спонсор моего показа сегодня Саша из Пятигорска. Ура! Доброе утро, ребята, у кого еще утро, добрый вечер, у кого вечер. У нас уже закат, вечереет. И, собственно говоря, сейчас мы с вами выйдем на улицу. Что значит спонсор? Значит, что он сделал донат. Такие классные девчонки сегодня просто наслаждаются. Вот. Саша сделал подарок на 8 марта через PayPal, и я потратила его на колесо обозрения. Вот игровые автоматы, очень-очень шумные. В общем, давайте посмотрим, что там такого интересного можно достать. Ми-ми-ми. Начинается рубрика «Ми-ми-ми» из Японии. Посмотрите, какое чудо можно достать вот этой вот штучке. На самом деле это практически невозможно. Китти-чан. Все любят Hello Kitty в Японии. Она считается самым главным символом Японии. И вот этот вот желточек тоже. Приветик еще раз. А вот это вот программа Line, кто знает, какие-то прищепки в виде зайчиков. Кстати, мы как-то достали здесь, а вот какой толстый котик забавный. Забавный японский толстый котик. Японская всякая фигня, ребят. О, суши! Это же брелок в виде суши. Ням-ням, кто хочет попробовать. А это якитори. Это маленькие шашлычки, куриные, перепелиные яйца на шпажках. Очень вкусно, тоже одно из любимых блюд в Японии. Миньоны! Это какие-то благовония, вот я опять, привет. Так, ну и в общем вот так вот все здесь выглядит, здесь никого особо народу. Вот. Сегодня деньги я уже тратить на эту фигню не буду. Скорее всего, я все равно ничего не вытащу. А вот это уже интересно, кстати. Проверяем чувство ритма. Приглашайте своих друзей, знакомых, делитесь трансляцией. Please share if you like my score from Japan. Спасибо, ребята. Они сейчас заняты. Девчонки, это город Йокогама. Это Япония, ребята. А здесь уже девушки постарше. Так что вот и... Кто как развлекается, ребята. Да, здесь всегда есть что снять, потому что здесь много японцев, много чего интересного и чисто японского. Мини-юбки, да, они сами юбки подворачивают, чтобы они были укороченные, мини-юбочки. Это вот игровые автоматы тоже в Японии очень распространены. Так, и теперь я ищу выход из этих игровых автоматов. Не знаю, куда идти. Сегодня у меня линза на телефоне. Линза называется Fish Eye. Так, сюда что ли? Да, вроде сюда. Обзор женских ножек уже закончился, по-моему, в трансляции из Ансена. Так, сюда? Вроде да.
Я гуляю не одна, нас уже 157 человек со мной. Нет, это я не тепло, в принципе, у меня свитер-платье и легкая парка. Сейчас градусов меньше 10, поэтому считаю, что это нормально. Привет, привет еще раз. Вот, ребята, такая была интересная трансляция. Надеюсь, что вам понравилось. Мне до сих пор колотится сердце. И можно обнять Пикачу. Пикачу очень популярен в Японии. Перископ, нет, это не перископ 360, но это что-то подобное, потому что у меня просто fish eye, это такая линза. Опять я нахожусь под колесом обозрения, поэтому колесо обозрения в любой из моих трансляций вы можете увидеть, я его очень часто снимаю, поэтому сейчас я его вот... Сейчас мы подождем, когда будет подсветка на нем, и закончим, наверное, трансляцию. Вот так оно выглядит. А здесь не менее симпатичный вид. Рамочка для фото влюбленных. Город Йокогама. Фотографируйте меня, пожалуйста, и присылайте скриншоты. Я это очень люблю. Вот, ребята, вот такая красота. У нас уже практически ночь. Привет мужу. Мужу сегодня передам привет, когда он придет с работы. Время 16:15 и загорается подсветка колеса обозрения. Сейчас я вам ее сниму полностью. Так, нет, полностью не получается. Здесь пальма мешается. Ну, в общем, что-то вот так вот как-то. Как-то вот так, ребята. О, круто, сегодня было очень круто. Вот, привет, Казахстан, привет еще раз. Бандитов в Японии никаких нет. Опасная страна. Я надеюсь, что вам сегодня все понравилось. Так, тень от вас на меня падает, вот как-нибудь так, что ли. Буду заканчивать трансляцию, спасибо, что были со мной. Пойду домой готовить ужин и быть примерной женой, как обычно. Спасибо за все. Я благодарна вам за сердечки, 5 миллионов сердец, ей! Огромное спасибо, ребята! 4000 человек, офигеть, ничего себе! Алиночка, спасибо, Саша, Вова, спасибо, Яночка, Лапоть, все мои дорогие и любимые! Я вас тоже очень люблю, буду вас радовать еще интересными трансляциями и что-нибудь придумывать более изощренное. Спасибо, что были со мной, пока-пока, целую!